Вы голосовали за Порошенко, как я понимаю. Я не голосовал за Зеленского, я голосовал за Порошенко. Почему? Вы знали, что Порошенко коррупционер? Да. Почему вы за него голосовали? У меня не было уверенности, что с этими будет лучше. Ну, две причины. Причина номер один. Все, к чему прикасается группа «Приват», превращается в говно. А к чему Порошенко прикоснулся, превращается во что? Хороший катера. Я не его адепт, явно. То есть, смотрите, каждый человек за кого-то должен проголосовать. То есть вы считаете, что Порошенко меньше зло? Ну, я боялся, что будет хуже. Я признаю, что я ошибался, хуже не стало. Вот. Кстати, я расскажу вам смешную историю. Я совершенно случайно познакомился с президентом. И он меня, конечно, одной вещью, нынешним президентом. Я поняла, поняла. Он меня одной вещью убил и подкупил молниеносно. Вот. Я ему сказал, что не буду за него голосовать, или не могу за него, или уже, наверное, кроме того, уже не проголосовал де-факто. Вот. Он с меня посмеялся, спросил, как бы там, почему, я объяснил. Значит, он мне дал свой мобильный телефон. Вот так вот. Раньше с таких президентов я не встречал. И вот открытость в общении и, в принципе, вот такой личный контакт, он, конечно, это правда. Подкупает. Я очень редко общаюсь с ним, но это да. Это чистая правда. Но ненавижу двуликих людей, которые себя корчат и рассказывают, я ваш поклонник. То есть я, безусловно, боялся их. Много помогал армии, я патриотичный человек. И ну, где-то, наверное, пропаганда в общественных сетях, во всем остальном. И до сих пор не понимаю, куда развернется этот конфликт. Вот. И среди моего общения, среди множества волонтеров, ну, как бы его боялись.